Отъехав недалеко в Харьковскую область, мы приехали в поселок или село Чернещина, которое вот здесь, на этом ставочке, рядом со ставочком находится. Но здесь местные жители или местные меценаты, наверное, правильнее сказать, построили вот такой прекрасный собор в Чернещине. Посмотрите, весь этот собор красиво вписывается в окружающую местность. И сегодня просто смотрится прекрасно. И это рядом, рядом с той точкой, куда мы путешествовали сегодня, на северную точку Донецкой области, чуть-чуть севернее. Вот такие красивые места у нас рядом.